Ну что, ребята, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Far Cry 3 Blood Dragon. Прикольная игрушка. Кто не смотрел предыдущую серию, ссылка в описании на плейлист и в правом верхнем, левом верхнем углах. Там по ссылке на плейлист тоже есть и на прошлую серию. Посмотри обязательно. Игрушка классная. Игрушка классная. Вот, остановились мы с тобой здесь. Уничтожили яйца зародышей драконов, которые как раз эти роботы, не роботы делали, вот. И сегодня какое-то еще у нас задание есть, поставили здесь примерно. Поэтому, Саш, подумай, надевать бледик обязательно. Приятного аппетита кушать, приятного аппетита кушать, приятного чипитика впить или питья воды, приятного просмотра. Мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, собственно, я вроде все купил, да? Да, я вроде все купил. Погнали. Че, он не прыгает? Так, нам примерно вот сюда, да? Доктор Карлайл создает для Слоуна биооружие. Хоть и знает, чем это кончится. Что же нам делать? Интересно. Убрать его? Да. То есть убить его? Именно. Не проблема. Я знаю, это ужасно. Не для меня. Так, доктор Карлайл на станции Шакма. Это лаборатория на соседнем острове. На скалах над проливом расположен пост охраны. У них есть дельтаплан. Возьми его. Задача — захватить планер. Ебать, стой. Отлично. Поехали. Вот собаки, допустим, там. И зарядим с тобой как раз таки, да? Что? Это я знаю, да. Док, что там насчет биооружия? Мы хотели победить русских. Думали, кровь дракона сделает солдат сильнее. Но потом выяснилось ее воздействие на простых людей. Они превращались в дикарей. И ты пыталась отговорить Слоуна, так? Тогда он запросил больше красных копий и начал снаряжать их. Против красных? Против всех. Он собрался воевать со всем миром. И доктор Карлайл ему помогает. Я остановлю его, док. Никто не смеет угрожать моей планете. Тревога. Обнаружен противник. Он уже никого не возглавит. А где твоя голова? Сорви голову. Так, let's go, чё? Здесь сюда.
Нам для задания нужно, и все. Последние партии гранаты дефектные. Они взрываются только при произнесении команды «Граната». Чего я придык... Внимание! Я неумышленно привела в действие ваши гранаты по громкой связи, в результате чего они взорвались. Прошу прощения, если кого-то ранило или убило. Блять, такой бред. Внимание! Ваши гранаты также реагируют на команду «Сдохни». Блять, дядь, подожди, ну дай мне. Поехали. Кретин. Мать, подожди. Подожди. Идите к выходу из лаборатории. Я внутри. Карлайл превращает кровь драконов в аэрозоль для красных копий. Я видела результаты. Подожди. Броник тут сразу. Давай еще раз купим, посмотрим. Но он сразу сейчас идет. Он сейчас максимально быстро уходит. Значит, ему конец. Ему конец. Слово Рекса Кольта. Задача. Убить доктора Карлайла.
Приготовьтесь к смерти, сержант Рекс Пауэрклайд. Выпускайте Кракена! Невозможно. Подготовка Кракена не завершена. Твоя рассебитная железка! Делай что-нибудь! Двери открываются сами. Люблю 2007-й. Хорош. Это было красиво, да? Интересно было даже. Бля, с дробашом-то можно так просто бегать, ебать. Патрики. Тут, короче, тут 100% нужно каждый раз так патрон заходить, покупать просто и все, и в хуй оно просто не долбись. Поехали. Банна. Привет с неба. Нам наверх? Да, нам. Ракс, у меня частичный доступ к их системе. Открываю двери. Давай, мать. Давай, мать. Блять, что? Поехали. Давай. Успел? Успел, нахуй. Бан, блядь. Бля, просто дробаш обожаю в этом случае. Поехали, второй варик. Уже открываю. Задача на выход.
Не, дробаш пизже. Отлично. Дробаш, да бля, дробаш. Я, видимо, сначала игры вообще не понял. Он прям хорош. Он прям хорош. А что нам нужно для него? Блин, мне бы конечно. Дети телевизоров. Да, дробаш вообще очень хорош. Очень хорошо. Заразим. Если он не натравит живучих мертвецов на группу Омега, они довольно неразборчивы. Зачем ты ему сказала? Ну чё, ребятки, повеселимся с вами? На выход. Глупец. Думаешь, мой свет что-то изменит? Проект полностью. Поехали. Уклон уже достаточно крови и ракет, чтобы заразить весь мир. Ебать, посмотри, что здесь. Где он? Так, это я понял. Скоро я выпущу своего любимого кракена. Что вы хоть идет? Как пробраться наверх? А, я знаю как. Кругами, видимо. Ну? Поехали. Давай, уебок. Приятно чувствовать себя устаревшим. Хоть. Меня не победит, неандерталец. Бля, я твоих уебков как нехуй. Ебашу, блядь. Так. Поехали. Давай, 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 Эргенция. Это что это? Ладно, нахуй. А, да? Всему похуй. Всему похуй. Никто не уйдет. Обиженным. Мы перезаряжаем. Но магазинчика здесь, конечно, нет. Это жалко. Жалко. Поехали. Очкарики мощно дрались. Те, что не с Карлайла? Да. Одной бочкой меньше. Папки еще дают, ебать.
Let's go. Поехали. Обнаружен гравитационный лифт, поднимающий с помощью антигравитации. Ученые. Блять, а что их тут двое? Они его поджимают. Ваш микрофон включен. Чёрт. Нет, это пизда, ребят. Это пизда, вы чё? Как я должен? Точно, блять, я же забыл про это. Механизм дверей лаборатории заклинило. Обнаружено слабое место драконов. Целитесь в выделенную область. Помни, Рекс. Пригибайся и собирай киберсердца. Если драконов не отвлечь киберсердцами, они его поджарят. Ваш микрофон включен. Ой, бля, мне хорошо прилетело. Сучка. Давай. Лови. Это тебе. Давай, кис-кис. Нажри.
крючка. Прикинь, запалил. Лови-ка. Два HP максимально осталось. Я добью тебя уже. Нужно больше, киберсолдат! Невозможно. Тупая восьмибитная железка, к сожалению, не в состоянии выполнить ваш умный запрос. Не убивай меня! Невозможно. Задача на выход. Не, ну ты видел? Драконы были чуть подненькие, да, хорошо, было сложноватенько. Но они простые, у них такое. Не прям максимально язычные. Такого там нет. Как? Не язычные. Нужно, можно сразу понять все, как это работает. Нужно сразу сказали, как это работает, поэтому там тоже понимать не нужно, просто сказали уже. Задача выполнена. Идите к заданной точке.
Ну, поехали. А где это находится? Где что? Так, лазанул. Идти чуть-чуть осталось. Самое интересное, заметила, почти без улучшений, почти без улучшений прожил. Ну только сколько я, 2 или 3 миссии прошел? 2 миссии, наверное, прошел, что да? Что ты знаешь об этом месте? Дверь просто так не откроешь. Это особенное место. В нем заряжается кровь драконов. Если верить теории солнцестояния Лакаера, можно предположить, что базовое оружие, ребят. Базовое оружие. Я с ними прохожу, чтобы вы понимали. Центр. Будь осторожен, Рекс. Здесь обитает... Ну получается, да. Получается, я почти без улучшения прохожу. 2-3 миссии, ну, может 4 максимум, ну 5, хорошо. 5, уберем 5 максимум миссий. Нет, 3 прошел вроде миссии. Чуть-чуть улучшил автомат, и то с ним не играю. И пес нам надо было по заданию улучшить. И все, по факту с базовым оружием гоняю сейчас. Максимально. То есть базовое оружие, вот оно. Я с ним гоняю. Интересно. Мне кажется, вот так, скорее всего. Вы собираетесь отставить открытый мир, вы не сможете вернуться в публичное настроение, пока не надеретесь за ним Слоуну. Последний шанс придумать... О, да ладно, все, финал, что ли? Еще let's go, блядь. Финал? Если это финал, блядь, то это пиздец, что. Это очень быстро игра. Только те, кто пройдут лабиринт крови, достойны получить приз. Что с моим снаряжением? Неизвестно. Приготовься к бою. О, знакомая, да, это храм Цитра. Храм Цитра, помните? Похоже очень, похоже очень. Пистом. Дай хоть мне этот пулемет, блядь. А, ну. Долго не проживу. Я в курсе. Я в курсе. Ну да, это помните задание, которое с этим жестким монстром, помните, ФРК-3? Может, что-то типа такого. Шумансу. Так их легко, только мы там с луком были, здесь пистом хотя бы. Блять, блять, челики, вы что-то у вас сверх много как бы. Бля, ну это очень... А, да? Блять, что мне с Аимом плохо, что-то очень плохо с Аимом.
Надо с ним разобраться. Поехали. Блять, пиздата. Почему я не могу попасть по нему? Попал. Вот, ебись ты. Что как-то такое, да. Я на ребят. Обнаружен выход. Найдено новое оружие. Сюда. Поехали. Да, ебать. Давай нахуй. Ой, блядь, что у вас? Ребят, что у вас дохуя? Спасибо. Лучше всего стрелять в голову. Я уж понял, мать. Иди сюда. Там сюда? Не-не-не, так не пойдет, так не пойдет. Давай-давай-давай. Убегай, мужик. Бан. Давай. Давай-давай-давай, не сможем. О, блядь, что-то как-то... Бля! Тихо, бежим. Поехали. Пизда. Ну они простые, вот видишь, мы можем просто бегать так вот. Прыгать, блядь. Подрегенимся. Поехали. Где? Где вы, ёпт? Ну это типа да, понял, как понял, что с этим большим великаном, как его назвали, у Цитр, помнишь, про Гатри этим проходили? Кто не видел, там ссылочка в описании на плейлист тоже есть, про Гатри этим. Вообще не про Гатри, мы уже прошли, и там такое было. Ну типа такого же. О. Поехали, блядь. Снайперы пойдут. Новая активность. Ой, блядь, охуенно пуля. Еще противник. Уничтожай.
Давай. Ебать, у вас тут добрый вечер, ребятки. Как жизнь вообще, хорошо все? Можно так просто башню все. Ой, мансует, давай. Бан нахуй. Крокодайл, блять. Подъебочка хорошая. Добрый вечер. Я вас. Так, куда? Надо куда отрегениться нам. Срочно надо отрегениться. Давай, резче тут лезь. Они трогать не собираются меня или что? Бля, я не заберу оружие. Сосать, ребятки. Поехали. Регенимся. Давай, речь. Так, хорошо. Вообще все, смотри на патроны. Мойсовых там нет, да. Да, ну вот это веселее. Да, чё их так много-то? Найден луч смерти. В курсе. Не так сложно. На максимально сложно проходим. На максимально сложно проходим, не так сложно. Луч смерти совсем рядом. Ты доказал, что достоин награды. Властью серого черепа. Сила у меня есть! Док, луч смерти у меня. Слоуну парабай. И я его уложу. Навсегда. Да, это финал. Значит, это луч смерти. Я в предвкушении. Внимание! Высокая температура тела. Дьявол, я весь горю. Твое тело не привыкло к такой энергии. Надо приучить нервную систему и мышцы использовать луч смерти. Спайдер. Вот кому бы получить эту штуку. Раз его нет, Рекс, сделай это за него. Ты права. Надо свести счеты. За Спайдера? Нет. За человечество. Never surrender to the doubt.
Тренируется, блин. Жена одной херач, смотри. Рекс, ты многого достиг, но все равно что-то скрываешь. Ты права, док. Хватит недомолвок. Ослепи меня своей киберлюбовью. Ебать. Это всего лишь игра, YouTube это игра. Нормально. Да, 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 а, да, да, нет, да, нет, 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 нет. Рекс, не думала, что киберсолдат может быть так нежен. Ну да, мое тело, кости и кровь искусственны на 85%. Но ты на 100% мужчина. В том, что важно. О, Рекс, это наяву? Нет, нет, пока Слоун жив, Элизабет. Он хочет обстрелять этими ракетами весь мир. Он чудовище, Рекс. Новые ракеты инфицируют всех и превратят в дикарей. Общество рухнет. Наступит каменный век. А те, кто родятся позже, это будут уже не люди. Он считает, что сделает всем одолжение. Я тоже, когда убью его. Ты уже спас меня, Рекс. Теперь пора спасать мир. Давай, если это финал, давай уже до конца пройдем уже. Все. Элизабет! Нет. Внимание, параметры обновлены. Ждите новых указаний. Что? Рекс, это я, Элизабет. Элизабет. Если ты это слышишь, со мной что-то случилось. Рекс, до нашей встречи я не думала, что смогу полюбить снова. Знаю, ты не считаешь себя человеком. Но у тебя есть кое-что подороже, чем все эти киберчудеса за миллиарды долларов. В твоей груди есть кое-что мощнее водородной энергии. Человеческая душа, она всегда с тобой. И с тобой мое сердце. Твоя рука теперь открывает сверхсекретный бункер на базе. Иди за ним. Задача. Прорваться на базу Данка в сверхсекретный бункер. Это не ради меня, Рекс. Ради всего мира. Блин, сколько отсылок на мемы просто. Ну, либо мне кажется, либо вот реально отсылки на мемы. Теперь у вас есть луч смерти. Загаданное ночное оружие, питающее ваши жизненные силы. Его разрушитель мощь плачет с вашего здоровья. Душа у тебя то, что надо. Я в тебя верю, Рекс. И сейчас просто поверь в себя. Пора пошуметь.
атакуйте главные ворота. Весь день мечтал выбить дерьмо из задниц этих задниц. Вперед! А, по чуть-чуть вообще. Тук-тук. Задача? Уничтожить всех. Всех уничтожить. Всех. Ладно. Ой, блядь! Бля, это вообще читерское оружие. Просто ходишь так, пум-пурум, блядь. ХПшки мало сносит, просто, ну, на моментально восстанавливает, чтобы ты понимал. Вот так, одной левой. Да, с дробошем подойдем. Я знал, что ты справишься. Тебе не только моя программа. У нас с тобой в крови одна и та же сила, сынок. Нет, Слоу. У меня в крови свобода. Вот так, одно дело. Вот это энергия. Let's go, ребятки, чё вы думаете, бля? Вот он мне нравится, ну не знаю, то, что он мне нравится. Хочу сейчас сценарий все скажу, сомнения. Блять, я в воду упал. О, а как мне забраться? Не запланировано или запланировано? Чем одни и те же места, да? Мы вроде как будто бы были уже. Может, мне кажется.
огоньку. Ой-о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 й. Давай, Дракош, на меня поработай. Дракош, на меня поработай чуть-чуть. Еще ты смертный? Пошел, родной. С ним биться нахуй, дальше себе же дороже. Давай. Это тебе. Погнали. Ну я что я, ребят, что если? Ой-ой-ой, тих. Да нахуй. Если предоставлять такую, ну, такой вариант игра, что поделать? На, блядь. О, сейчас там добрый вечер будет, смотри. Просто добрый вечер. Добрый вечер. Ну все, ББМ, спасибо, дракон. Да, вот красавчик дракон. Хорошо поработал. Опа, я видел. Ты видел? Ты видел это? Вот здесь чел. Здесь чел забудовался. Ну ладно. Юдж. Давай посмотрим, здесь хпшки, мне прям очень сильно нужны они сейчас. Хоть и не видишь, у него и так прям все. Так много, они сами причем, видишь? Я даже ничего не прокачивал. Здесь хпшек нет. Let's go, чё. Это что еще за хрень? Я дракон ударный ракетно-артиллерийский. Мой луч смерти контролирует мой мозгоблок. Значит, ты мой наездник. Ну, здравствуй, красавец. Что? Защищен гидравлической пушкой террор 4000 и покрыт титановой броней. Ну что ж, пошли покатаемся. Что, блядь? Ubisoft, Ubisoft, вы что там сделали? Бать, красиво, красиво, не спорю.
Ебать, что нахуй? Кого? Что, блядь? Что такое вообще? 100%, бля, мужик, ёбаный, 100%. Ну повернись только, ёпта. Вообще похуй, видишь? Бать, что это? Да. Я чуть-чуть шутил, ребят. Что за черт? Ну здравствуй, убийца. Слоун. Если я кого и убью, то только тебя. И что потом? Домик в пригороде? Стричь лужайку по субботам, смотреть футбол по воскресеньям? Это не для тебя, Рекс. Ты не лавочник. Ты солдат. Ты спятил. Я бог. Я уже не человек и не машина. Я и то, и другое. Новый Зевс, владыка новых людей! Ты мог бы стать одним из моих киберпастырей! Моей правой рукой! Но я вижу тебе место на свалке истории со всеми Марк 4! Ничего ты не видишь, Слоун. Ничего. Тревога. Система повреждена. Убить Слоуна невозможно. Прости, Рекс. Как жаль! Ты стал тряпкой! Как политики в Вашингтоне! Ты знаешь, они ведут переговоры с красными о мире! О мире, Рекс! О мире! О, почему я не могу? Ты жалкий сукин сын! Ты всего лишь куча проводов и программ! От Рекса, Пауэра, Кольта ничего не осталось, когда тебя нашли! Только ДНК без души! Нет! Я дал тебе свою память, свой опыт, свое детство! Нет! Я программировал и создавал тебя! Я твой отец, Рекс! Нет! Рекс, да, превращение в машину спасло тебе жизнь. Но главное не изменилось. Это твое сердце. Душа у тебя то, что надо... Ты больше, чем груда проводов и программ. Я в тебя верю, Рекс. И сейчас просто поверь в себя. Вот и все, Рекс. Нет. Еще не все. Элизабет! Рекс! Ты убил полковника!
власть ударила ему в голову. Что теперь, Рекс? Теперь они придут за твоими наработками, оружием и кровью драконов. Так вот, что тебе нужно. Армия монстров? Нет, я ведь не такой, как Слоун. Я реактивировала бомбы в бункерах. Стоит нажать на кнопку, и все здесь взлетит на воздух. Ты спас нас, Рекс. Может быть, док, это ты меня спасла. Нет, Рекс, мы спасли друг друга. Сука, иди в пизду, блядь. А что это значит? Что это значит? Что она типа выпила кровь дракона или что? Выпила кровь дракона? Да. Я в шоках. Все. Вот такая игрушка была на прохождение. Бля, очень-очень-очень быстрая игрушка. Вот если брать в целом Far Cry, это очень короткая игра. Очень короткая игра, типа, это, так понимаю, так. Они решили сделать в том году, ну, в то время решили сделать, ну, по очень популярной теме, да, игру, типа, искусственный интеллект, роботы, вот это подобие Терминатора, не Терминатора, и то все ценили и сделали классно. Неончик, прикольно. Прикольно. Классненько. Что могу сказать по игре? Бля, короткая игра. Так чисто пофаниться, поугарать стоит реально. Поиграть в нее, она прям, ну, тут реально мемы. Мемы просто, ну, тебе не надо ничего прокачивать, ты просто заходишь и веселишься в этой игре. Реально, это игра просто повеселиться, блядь, поугарать над мемами, нахуй, над высказыванием главного героя, да, над задрачиванием этих рекомендаций, блядь, которые выскакивают, блядь, постоянно. Вот. Прикольная игрушка, мне понравилась. Хоть и короткая, но прикольная. Прикольно. Ubisoft, вы молодцы. Вы молодцы, Ubisoft, что сделали такую классную игру. Жалко, что вы, конечно, сейчас не очень такие игры делаете. Хотя, каждому, знаете, так сказать, для каждого карандаши разные, да? Вот, поэтому спасибо за просмотр, да, спасибо, что были со мной в этом приключении, там, коротком, но приключение тоже. Это был Far Cry 3, Blood Dragon. Ставь лайк, подписывайся на канал, это не сложно, мне приятно. Телеграм-канал на твоих экранах. Там, ну, инсайды для меня видео просто. Ссылочки также, ну, я уже говорил, в ссылочках, да, там и Far Cry 3 есть плейлист, и Far Cry 3 Blood Dragon, да, уже, и Dragons, наверное, Dragon. Тоже плейлист в описании, да, и там подсказочка тоже уже давно выскочила. Можешь, ну, из компа наведи просто на правый верхний, левый верхний углы. Но эти, ну, на левый верхний или правый верхний углы наведи, и там, собственно, будет подсказочка на плейлист с Far Cry 3, да, Blood Dragons, и на прошлую серию. Вот. Игра прикольная, чисто реально пофанится, реально фан чистый. Да, прикольно. Прикольно. К тому же даже есть какой-то сюжет, конечно, это самый банальный сюжет, который можно было придумать для такого, да, самый банальный сюжет, который можно было придумать. Но он есть, и тут за основу взята Far Cry 3, это точно. И все, Far Cry 3 взята, прикольчики, мемы всякие, ну, прикольно. Отсылки, может, даже какие-то, бля, прикольно, мне нравится. И такой стилистики необычные. Прикольно, прикольно. Да, были чуть-чуть баги, но вот самый единственный баг, который прям такой жесткий был, да, это вот, ну, не жесткий, а явный, да, это вот то, что мы сейчас видели в этой серии с вами. Вот, а так такие, может, минимальные, незначительные были. Вот, а так, ну, бля, прикольная игрушка, прикольно, мне понравилось. Напишите в комментариях свое мнение об этой игре, я обязательно прочитаю, будет интересно почитать, что ты думаешь об этой игре. В принципе, все, ребят, спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте.